Ага. Пип. Меня зовут Василий Пермитин, и мне 26 лет. 26 — это как 36, только на 13 меньше. Как и любой гражданин Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты. И я этим правом решил воспользоваться. Можно сколько угодно задавать вопросы. Зачем бегать на низком пульсе? С носка или с пятки? Где купить молочную кислоту? Куда пропали GoPro? Есть ли жизнь после обогнать Ренаса? Но быть честным до конца в понимании честности не означает говорить, что ты честен, приходя на тренировки Adidas Runners в Air Max'ах. Когда мне было 3, Искандер уже уехал в Кению. Когда мне было 8, отец выиграл Московский международный марафон мира. Когда на моих часах 4 утра, где-то в теплой Флориде Сергей Зырянов становится еще чуточку толерантнее к профессиональным бегунам. Когда я выбежал десятку из 31 минуты, Элиуд Кипчоге не выбежал марафон из 2 часов. И именно поэтому я решил идти на выборы. Помните, у нас была такая возможность участвовать в забегах без справок? Так вот, ее у нас забрали. И теперь понять, пропустит ли тебя волонтер с купленной справкой, не является возможным. Я хочу вернуть возможность умереть на трассе по собственному желанию абсолютно бесплатно. Я призываю вас ставить лайк серии «Титан». Это 100% их вина. И такого больше не повторится. Но это не точно.